Приветствую, друзья! Я сейчас взорвала сегодня мозг себе, встретившись с одним просто невероятным человеком. И я пришла домой, у меня голова пухнет, я хочу успокоиться, думаю, ну как можно успокаиваться красивым девушкам? Конечно, книжки читать. Вот. У меня была сегодня такая встреча фундаментальная, вот 2 секунды про встречу скажу. В общем, я случайно, не случайно оказалась дома у подруги, которая продает квартиру в Турции, и ее дома не было, я открыла дверь, и приехали люди, которые хотели купить ее квартиру. А оказалось потом, что это просто риэлторы из другой компании, которые хотели посмотреть эту квартиру. В общем, я им показала. И они меня спрашивают у порога, а вы тут аниматором работаете? Я говорю, с чего вы взяли, что я аниматором работаю? Ну, вы такая вся бойкая, интересная, яркая, так хорошо выглядите, такая прям интересная. Но только аниматоры себя так ведут, и вы прям тут это... Нам так красиво квартиру показали, преподали, в общем. Я говорю, нет, я вообще скромный, тихий писатель, сижу дома, и вообще эмоций ноль. Вот я просто пишу книжечки, она такая, книжки пишет, а можно взять у вас интервью? Я такая, интервью у меня? Она такая, да, у нас есть там классный ресурс, канал, куча людей на 7 языках, тра-та-та. Ну, русский только внедряем, у нас там англоязычная публика, но все равно на русском сейчас будем вести тоже канал. Я еще не понимала, кто это, что это. Говорю, ладно, хорошо, давайте. Она такая, вечером я напишу, давайте встретимся с вами. Я говорю, хорошо. Она вечером мне скидывает, давайте встретимся завтра, и назначает время. Я прихожу, значит... И она просто сегодня решила 3 моих самых главных проблемы. Просто она решила мои все жизненные вопросы, все мои цели, все мои пути, куда идти, куда двигаться. Она проконсультировала меня по таким, блин, вопросам. Эта женщина, конечно, волшебная. Она имеет там образование 6 высших, наверное, по психологии, парапсихологии и так далее. Но психологией вообще не занимается, и никто не знает, что она занимается психологией, ясновидением и там разными вещами. Вот. Это вообще она никому в жизни никогда не говорит. Она просто риэлтор. Вот. И она, во-первых, рассказала, что сними, пожалуйста, с продажи свою квартиру, которую ты продаешь в Турции. Такая корова нужна самому. И я такая, блин, точно, я снимаю свою квартиру. Мы определяемся с университетом, в который я поступаю, она мне дает такие дельные советы. Мы определились с факультетом, наконец-то, которым я никак не могла определиться, куда поступать. В общем, в Великобритании я все-таки буду поступать сейчас в университет, но на такую специальность, я уже там вам говорила, там... мусульманская история и какая там еще история? Блин, мусульманская и арабская история изучения Гарри Поттера, психологии, квантовой физики, оккультных наук, мистики, магии, и это будет магистратура в Экзестерском университете, который входит в топ мира. Представляете, я буду все-таки в тот факультет, а не... который я хотела по психологии. Нафига мне эта психология? Потом я сегодня познакомилась с одним бюро, которое занимается патентами, и с другим бюро, которое занимается... Как его? Господи. Аккредитацией и выдачей госдипломов. И решала вопросы по выдаче дипломов государственного образца. И в итоге... Я просто сейчас поняла, что мне нафиг это не нужно. И мы вообще сейчас... Я вообще пойду по другому направлению. У меня сегодня, ну, мир, наверное, опять на 360 градусов повернулся. Вот так и опять. Ну, путь просто пересмотрела все вот так вот на 360. И дальше двигаюсь уже с такой целью классной. И я пришла, энергия прет, что делать? Давайте читать книжку. Вот я просто рандомно открываю любую книжку сейчас и любую главу. Так, давайте вот так откроем. У меня открылось «Для чего Богу деньги». Давайте открою страницу. Какую страницу открыть? Напишите.
И я такую страницу буду читать. У меня 156 страниц. Помню, мы с вами открыли в прошлый раз страницу самой последней главы про десятину и про благодарность, про то, как мы энергии где как расплачиваемся и где как получаем. Да, это было очень интересно. Ну, десятая страница — это введение, там неинтересно. Давайте что-нибудь такое посерьезней. 103-я страница, да? Так, 103-я, с нее начнем. Давайте. Так, 73-я и 103-я. Ну, какой мне вариант выбрать? Сейчас я прочитаю, что у меня на 103-й странице. Глава 8-я, желание. Все наши желания уже материализованы. Это 103-я страница. И 73-я страница, тема будет, знаете, какая? Так, сейчас я вам скажу. 73-я страница. Глава 5. Слово предназначение быть. Ну, так как 103-я была первая, давайте с желания, а потом мы можем перейти на предназначение. Все ищут всю жизнь предназначение и не могут его найти по причине того, что его нет. Ну, как бы оно есть, но его и нет. В принципе, про предназначение очень много. У меня есть эфиров, кому интересно. На канале статей и на канале видеоканала можно просто вбить в поиски предназначений и послушать мою версию. Так, ну вот, получается у нас 103-я страница. Давайте начнем с наших желаний. Еще водички не налила себе. Вот как раз вы все тут нужные и собрались. Глава 8. Желания. Все наши желания уже материализованы. То, что мы не можем увидеть что-то в реальности, то, чем ум желает обладать, это наше желание не обладать этим в настоящем моменте, здесь и сейчас. Чайку налить. Если вы не против, я отойду на секундочку, налью водички. Реально, спасибо, что отпустили. Слушайте, прям хорошо стало. Водички глотнула. Давайте начну заново. Я уже потеряла мысль. Так, глава 8. Наше желание. Все наши желания уже материализованы. То, что мы не можем увидеть, что-то сейчас в нашей реальности, то, чем ум желает обладать, ум, да, это наше желание не обладать этим здесь и сейчас. То есть, если чего-то у нас в данный момент нет, не переживайте. Мы создали это своим собственным желанием. Мы хотим, чтобы в данный момент это желание у нас отсутствовало по каким-то причинам. То есть, ум хочет, но мы не ум с вами, да, и мы настоящие, и именно вот это в данный момент просто не хотим. Мы хотим, чтобы в данный момент это желание отсутствовало, потому что на данный момент здесь сейчас у нас совсем другие желания. И надо это принять для нашего же спокойствия. Опять же, это 8 глава. Про принятие мы, естественно, пропустили. Там это было в других главах. Но я думаю, все равно будет понятно. Само понятие деструктивного поведения уже... Так, нет, это что-то я пропустила. Так, то есть... Потеряла, перелистнула. Например, сейчас у нас есть желание унывать, проживать свою лень или апатию. Это быть в деструктивном состоянии, которое проявляется в разрушении чего-либо или себя, или срабатывается как защитный механизм. То есть у нас для этого есть выгоды унывать, быть в деструктивном состоянии в каком-то, то есть если мы в нем находимся. Ум хочет радоваться, ум хочет кайфовать, ум чего-то хочет, но мы находимся в деструктивном состоянии, в унынии, в апатии, в лени. И не просто так. Зачем-то нам это с вами нужно. У нас есть это выгоды. Просто мы пока не знаем об этом, для чего нам это нужно. Вы должны в моменте всегда осознавать заранее, как бы уже глядя на себя со стороны, что ну раз это с тобой происходит, значит почему-то это нужно. Так оно должно быть, и оно так и идет. То есть успокойся для начала. Да? Само понятие деструктивного поведения уже говорит нам о том, что мы от чего-то защищаемся, от каких-то желаний.
То есть от нежелательных последствий каких-то, которые дадут те желания, которые мы хотим, но не можем достичь. Раз мы очень хотим, но раз этого нет, мы унываем. Так, не с тем ударением прочитала, будет непонятно. Очень хотим, но раз этого нет, мы унываем. Но и нет этого как раз потому, что есть в этих желаниях ума какие-то последствия, с которыми мы не хотим сталкиваться. Например, у нас нет работы. Умом мы хотим работу, но подсознательно мы боимся столкнуться с трудностями, такими как нехватка свободного времени, мы не готовы им пожертвовать, не готовы вообще трудиться, не готовы учиться для этой работы. Мы хотим не коммуницировать с людьми, и вообще нам страшно потерять работу, если что-то пойдет не так. То есть мы даже заранее просчитываем такие варианты, что мы можем потерять эту работу, что там может что-то быть не так, что у нас будет какой-то конфликт, что у вас не получится, что вы там на работе сделаете какие-то ошибки. Вы еще не нашли эту работу, а вы уже боитесь ее потерять. Вы еще не успели ошибки эти сделать, но вы уже за них заранее боитесь. Вы еще даже не познакомились с теми людьми, с которыми придется работать, а вы уже заранее боитесь с этими людьми коммуницировать. То есть у нас там мозг рисует целые большие красивые просто пейзажи страхов, и мы этими страхами себя блокируем от каких-то действий, соответственно. Это я все прерываюсь, да, и не читаю книжку, мне хочется еще объяснять каждые свои слова. Блин, Нелли, зачем ты это делаешь? Так, мы желаем не видеть, как у нас что-то не получается в процессе обучения и освоения новой работы. Хотя этот этап, он обязателен, потому что любое дело, будь то новая работа или умение держать ложку, или обучение азбуке, любое осваивание новых рабочих правил, они всегда требуют ошибок, но мы заранее эти ошибки боимся. Иными словами, любая работа, любое обучение требует какого-то опыта для усиления мастерства, и ошибка требует. То есть опыт равно ошибка. Делая ошибки, получаем опыт, получаем знания, знаем, как надо, как не надо. Если мы сделаем, что получится вот так, если не сделаем, получится вот так. То есть нам в любом случае этот опыт нужен, нам надо пройти эти ошибки. Чем бы мы ни начинали заниматься, не продолжали заниматься, все время нам потребуется мастерство и опыт, и знания, и умения в этом. Но как их, эти умения получить, если мы их не пробуем, не совершаем ошибки, не пробуем вот эти вот действия совершить, да, чтобы проанализировать, как будет вот так, а если я сделаю вот так, будет вот так. И то есть мы заранее боимся ошибок, и, соответственно, мы блокируем себя своим умом, своим мозгом от действий, которые могли бы уже привести нас к этой работе мечты, привести нас к этим деньгам, которые мы хотели бы заработать, к этому коллективу красивому, классному, приятному, где можно уже было бы там себе и мужа, и жену отыскать, и друзей. Но мы боимся, да, что мы можем столкнуться с трудностями. И вот это уныние, лень, апатия, которая не дает нам действовать, защищает нас от тех вот этих последствий, с которыми не хотим мы сталкиваться. Мы не хотим сталкиваться с ошибками. Заранее забегая вперед, да, нам просто надо трансформировать шаблон ошибки. Почему любая ошибка — это и есть безошибочность в этой жизни? И почему безошибочность? Эту книжку, наверное, никогда не дочитаю, потому что после каждого предложения я еще час ее пытаюсь объяснить. А это вот моя ошибка — безошибочность. В общем, ребят, не буду, ладно, уходить. С любой стороны, как ни подойди, нам всегда выгодно, чтобы не исполнялось наше желание, любое. Но мы сами этого не понимаем, да, и уходим в уныние, уходим в лень, в апатию, которые нас защищают. Чтобы мы не бежали, сломя голову, и не пытались делать то, что потом тяжело разгребать. То есть для нас последствия тяжелые. Чтобы разобраться с этими последствиями, нужно приложить кучу сил. А мы не готовы тратить эти силы, мы ленивые с вами существа. Вот. Поэтому то, что наше желание не сбывается, это наше желание. Мы так хотим, чтобы они не сбывались, потому что если они сбудутся, все, там конец жизни, там придется работать, там придется ошибки совершать, там придется что-то делать, поднимать задницу, тратить там время, еще придется деньги зарабатывать, получать эти деньги, а потом думать, куда их потратить, а вдруг их там украдут или еще что-то с ними сделают. То есть у нас вот просто вот такими шаблонами мы обросли, и наше желание, которое не сбывается, примите, это вы так хотите,
Вы боитесь столкнуться с нежелательными последствиями. Кто-то мне написал, почему я не хочу, чтобы у меня зубы сейчас сделались. Вы боитесь там боли, боитесь их лечить. А вот как я поеду там... Ну, например, я предлагаю в 3-4 раза дешевле сделать зубы в Турции. Вы это знаете, и поэтому часто про зубы мне пишете. Вы боитесь столкнуться с тем, что вы приедете в Турцию, языка не знаете. А вдруг вы тут потеряетесь, а в рабство вас там отдадут. Вот. Масса причин, почему вы не можете поехать сделать зубы. Масса причин, почему вы не готовы улыбаться. Да, я сделаю зубы, мне надо же улыбаться. Придется уже перестать себя отговаривать и выходить в люди. А тут у меня хотя бы есть повод не выходить в люди, не искать работу, сидеть дома, ничего не делать. А тут же я зубы сделаю, как я уже буду отговаривать себя? Тут пока зубов нету, я буду говорить, ну я же не могу пойти менеджером, потому что, блин, у меня зубы некрасивые, я же не открою рот. Да, мне сначала их надо сделать. То есть вы этими зубами и разными другими болезнями и другими неприятностями всегда отговариваете себя от встречи с материальной действительностью, которую вы боитесь, вы жить боитесь, понимаете? Потому что очень много шаблонов. Вы боитесь жить, ну, вот прям по-настоящему, по факту взять, вот, страшно сталкиваться с людьми, страшно сталкиваться, там, с какими-то ситуациями, решать задачки, потому что в школе нам навесили о том, что мы вдруг, если сделаем ошибку, будет двойка, та-та, родители поругают, учителя поругают, одноклассники посмеются. То есть мы уже какие-то с детства забитые, вырастаем, мы такие, блин, и перекладываем на всю эту жизнь. Вот, я прямые эфиры не веду из-за этого. И вы не хотите зубы делать, потому что на самом деле вы не хотите прямые эфиры делать, потому что сделаете зубы, придется выходить в прямые эфиры. А как же вы будете отмазки-то делать? Вот свои. То есть, выходить в эфир вы не хотите не из-за зубов, у вас там есть совершенно другие причины. Это вы зубы не делаете ради эфира, не выходя, ну, чтобы не выходить в эфиры. Здесь настолько шаблоны накладываются, и мы сидим такие довольные, что у нас есть отговорки, и бездействуем. Поэтому первое с тем, чтобы исполнить наше желание, это вот просто первая база, первый шажочек, первое звено. Согласиться надо и принять то, что в данный момент происходит, оно происходит по моему желанию. Я пока не знаю, почему, но это происходит именно потому, что я так хочу, у меня есть причины. И если вы начнете раскапывать причины, вы их найдете. Либо вы найдете их самостоятельно, если ну, приучены много анализировать, либо кто-то вам поможет, там психолог или коуч, который умеет ковыряться, да, как я. Найти причины всегда можно, и они есть. Если бы причин не было, объективная реальность была бы другая. Все наши желания, как наша глава начинается, с того, что они уже реализованы, они все являются нашими истинными желаниями. Если у вас сейчас нет денег, это ваше истинное желание. Нет работы, нет, это истинное желание. Потому что последствия, которые вас ждут, вы к ним не готовы. Можно заранее продумать, какие последствия я могу получить, если вот я вылечу зубы, найду работу, или будут у меня деньги, с чем я боюсь столкнуться, как я заранее могу это решить. В книге «Деньги» вот в разных главах об этом мягко очень написано. Так, ну давайте читать, вернусь к главе своей. После каждого абзаца говорю, я не буду объяснять, буду просто читать, и каждый раз у меня амнезия, блин, после каждого предложения. Так, с любой стороны, как ни подойди, нам выгодно, чтобы не исполнялось наше желание, но мы сами этого не понимая, уходим в уныние или лень, или апатию, которые защищают нас, чтобы мы не бежали, сломя голову, и не пытались сделать то, что потом тяжело для нас разгребать. И мы уже понимаем, что эти чувства стали нашими защитниками, и они уже не такие плохие, и осталось только найти выгоды. То есть, понимаете, вот то, что чувство лени, апатии и уныния, которые у вас есть сейчас, это просто защитный механизм. Поэтому полюбите это, они вас защищают. Это хорошо. Эти чувства, они тоже почему-то нужны. И вот не почему-то, а я вам объясняю. Они от чего-то защищают. Поэтому не надо бороться с ленью. А лень мы уже с вами разбирали. Просто надо задать вопрос, какие инструменты мне срочно надо внедрить, чтобы эффективно моя работа
работалось, а я при этом прикладывал наименьшее количество сил и времени своих собственных. И просто надо внедрить инструменты. Вот. А уныние и апатия — это просто защитный механизм, чтобы не решать какие-то проблемы. Потому что у вас либо недостаточно знаний, времени или какие-то еще нерешенные есть дела, которые мешают решить те дела, которые наложатся на вас, когда исполнится желание. Поэтому апатия — это тоже хорошо. Порадуйтесь своей апатии. Блин, апатия, спасибочки тебе! Обожаю это чувство апатии и грусти, и вот уныния из-за того, что она от чего-то меня большего защищает, от того, что с чем, вот, ну, прям совсем не хочу сталкиваться. И она мне сейчас в данный момент защищает. Благодарю свою апатию, благодарю свою лень. Принимаю, окей, это мое чувство, оно зачем-то мне нужно. Вовремя мне помогает. И вы увидите, как в этом состоянии чувства меняются. Сейчас водички попьем. И ваша апатия уже становится не апатией. Вы уже воодушевлены, и ваше уныние куда-то начинает испаряться. Дальше читаем, не уходим. И мы уже понимаем, что эти чувства стали нашими защитниками, и они уже не такие плохие. Осталось только найти выгоду, задав себе вопрос, с какими последствиями исполненного желания я желаю не сталкиваться. Я желаю не сталкиваться, да? Вот этот вопрос, это прям самый главный вопрос, когда ваше желание не исполняется. Вы должны задать, блин, с чем я не готов сталкиваться? Запишите этот вопрос. Получив ответы, мы можем уже их обдумать. А можно ли заранее сейчас решить вопрос с этим, например, со столкновением с ошибками? Или уже разобрав, что такое ошибки, перестать бояться этих ошибок. Ошибки мы с вами разбирали в прошлых эфирах. Посмотрите мои эфиры, почему не надо бояться ошибок, и что все ошибки — это самое главное безошибочное в жизни. А вот не совершать ошибки, да, это самая большая ошибка. То есть не надо бояться ошибок своего же собственного мастерства и опыта. И когда мы позволяем себе, да, я просто чуть-чуть оттуда вытащу инфу с прошлого эфира. Когда мы позволяем себе ошибаться, просто позволяем, разрешаем, что окей, я разрешаю себе ошибиться, вы начинаете творить, потому что когда вы следуете без ошибочности, вы следуете какому-то алгоритму, эталонному алгоритму, который вы вывели для себя как самый эффективный, и этот эталонный эффективный алгоритм не дает вам внедрить какое-то новое творчество. А именно в новом творчестве, в новом действии мы генерируем энергию, которую вы не можете получать в старом действии, которое вы уже прошли. То есть позволение ошибаться, вы можете позволить себе что-то сотворить, как творец другое, новое. И благодаря вот этому новому сотворчеству и разрешению ошибиться, да, вы генерируете энергию и творите. И реально что-то крутое творите, классное. И ошибка — это, ну, не всегда ошибка. Представьте, что все бы люди стремились к эталонному, идеальному лицу, и все входили с одинаковыми лицами. Но нет, у нас есть ДНК ошибка. Ошибка — это хорошо. Поэтому у нас у всех лица разные, березы все разные, ромашки все разные. Каждый цвет разный, вкус и запах разный, благодаря генетической ошибке. Ошибка — это новое, совершенно уникальное, созданное что-то. Не клонированная. Поэтому разрешите себе. Все, перестали ошибок бояться? Перестали. Вот буквально за 3 секунды вы разобрали, что, ну, ошибаться — это круто. Опять же, это не говорится про тех хирургов, которые в данную секунду делают операции. В моменте, когда что-то вредит нашему здоровью и жизни, нашему и людей, которые вокруг нас находятся, естественно, там полный тотальный контроль, максимальное четкое мастерство. Но в остальном мы везде должны совершать ошибки. То есть не перекладывайте ваши четкие действия, которые нужно сделать при, ну, там, определенной операции, да, и просто ваш жизненный путь. То есть здесь не путайте понятия ошибок. Ошибки — это не хорошо, не плохо, как и любое слово, любой шаблон. Можно в минус использовать, можно в плюс. Как использовать в плюс ошибки, я вам объяснила. Вот и используйте. Поэтому уже какое-то последствие желания негативное в виде ошибок, оно отпадает. Дальше задаем себе вопрос, а какие еще негативные последствия могут меня ожидать, если исполнится вот это мое желание?
находим новое негативное последствие и начинаем также рассуждать и рассоздавать этот шаблон. Шаблон — это некое понятие, сейчас не по книжке, которое мы утвердили, плотная нейронная связь, которая убеждена, какое-то убеждение в этом, да, и все, шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть у нас есть какое-то эталонное шаблонное понятие о чем-то. И вот эти шаблоны нам мешают увидеть с другой стороны, что на самом деле то, что я считаю плохим, оно на самом деле хорошее. Просто нужно этот шаблон рассмотреть с другой стороны и его использовать по-другому. Не знаю, надеюсь, вы меня понимаете. Так, получив ответ, читаю дальше. Мы можем обдумать, а можно ли заранее решить вопрос с этим? Например, столкнуться с ошибками или, разобрав, что такое ошибки, перестать бояться этих ошибок. Окей, разобрали. А могу ли я решить вопрос с коммуникацией? Например, дома, да, выше у меня был там пример с последствием «дом мы боимся получить» или там «работу». Могу ли я решить вопрос с коммуникациями? Могу. А, тут про работу, не про дом. Про дом у меня был в другой главе. Сорян, а то сейчас у меня коммуникации, это проводка, вода, ассоциации другие включились. Окей, могу я решить вопрос коммуникации с людьми? Могу. Как, да? Если подумаю, что страшного в знакомстве с новыми людьми, и там куча страхов может вылезти, давайте их выпишем, давайте их проработаем, давайте подумаем, а как я могу решить вот этот страх? Как мне проработать со своей уверенностью, неуверенностью? Тоже шаблон может трансформировать, и ваша неуверенность перерастает в уверенность. Могу ли я проработать страх, там что-то не так сказать, надо проработать шаблон так и не так, это тоже шаблон. Туда или не туда, это тоже шаблон. Правильно или неправильно, это тоже шаблон. Мы их прорабатываем, и у нас автоматически меняется состояние, когда мы думаем об этом. То есть нам уже не страшно знакомиться. Дальше. А вдруг я не понравлюсь, последствия? Да, я приду на работу, коллективу не понравлюсь, шефу не понравлюсь, приемной комиссии не понравлюсь, время потеряю. Боже мой, это очередная моя травма. Если я кому-то не понравлюсь, даже при приеме на работу, я приду домой и буду потом опять в депрессии, это унижение. Да, многие же боятся столкнуться вот с этими моментами, потому что вы все на свой счет, мы все на свой счет все принимаем, да, и потом думаем, мы никчемные, собаки серые, мы никому не нужны, и впадаем в депрессию, да все плохо. То есть нам уже страшно с отказом просто сталкиваться. То есть мы боимся отказов. Надо с отказами проработать. А вдруг я не понравлюсь? И спросить себя, а с чего вдруг так и я решила? А вдруг понравлюсь, наоборот? Ну, почему мой ум только негативные какие-то последствия придумает? Почему он классные последствия не придумает? Непонятно. И что нужно, чтобы понравиться? Написать себе список, там, приятный вид я могу себе устроить? Могу. Дружелюбность включить? Могу, могу. Может быть, там, какие-то по дружелюбию видяшки посмотреть, там, книжки почитать. А улыбаться я могу? Могу. А могу я вообще себе позволить быть жизнерадостным, там, когда я вот приду, чтобы понравиться? Или у меня вечная мина, недовольная? Вот, что я могу с этим поделать? То есть мы задаем себе вопросы и начинаем самообучение. Блин, это такой ваш внутренний рост. То есть каждая наша проблема, закончился батарейка на телефоне. Каждое наше желание, Отлично. Мне еще интернет вырубает. Он просто не хочет, чтобы я вам читала главу про желания. В итоге я не смогла прочитать даже страницы, потому что больше я объясняю. Но зато классный контент на YouTube. Так. А если я устроюсь и потеряю эту работу? А мало ли, да, потерять же страшно, я опять себе, ну, очередной момент докажу себе, что я какой-то никчемный, да, и это очень страшно, да, страшно столкнуться с признанием, непризнанием, что тебя не признают, что ты не нужен, вот мы вот этого боимся, на самом деле нам страшно ни работу потерять, ни деньги, ни друзей, ни людей, нам вообще не страшно потерять что-то физическое, мы боимся потерять чувства, которые за этим лежат, и вот эти чувства я пытаюсь из вас вытащить через все свои книги, вот почитайте, блин, и шаблоны потрансформируйте. Это так круто вытащить вот эти чувства. А дальше давайте лучше книжку почитаем. А если я устроюсь и потеряю ее, мало ли что-то пойдет не так? Что тут страшного? Задаем себе вопрос.
То есть лишиться работы страшно, да? Почему? Ну, в данный момент у меня вообще нет работы, почему я боюсь потерять то, чего у меня нет? Ну, страшно потерять работу? Ну, вы скажете «да». Ну, сейчас же у вас нет работы, ничего же с вами не произошло, вы же не умерли, ничего. Вот вы как жили, потеряв работу, будет то же самое, что вот прямо сейчас, в эту данную секунду, кто безработный. То есть, ну, получили вы работу, окей, вы ее потеряли. Вы вернетесь в эту же точку, с которой уходили. Плюс еще какой-то опыт, какие-то знания, какой-то скилл прокачаете. То есть это уже какой-то плюсик будет вам. Блин, почему бы просто не попробовать, да? Ну, страшно. Вот. Но в данный момент у меня же ее тоже нету. Что страшно, что прямо сейчас же не происходит? Нет. И тут, а тут я хотя бы попробую, получу этот опыт некий, какие-то знания. Это будет какой-то процесс, все равно небольшое обучение, как тренажер для другой успешной работы. То есть, может быть, мне надо для крутой работы просто тупо 3 работы сменить. Просто поставьте себе задачу получить 5 отказов, когда я ищу работу, и сменить 3 работы для работы моей мечты. Просто поставьте себе такую задачу и прям специально сделайте, чтобы потерять 3 работы. Все, вы уверенности там наберете, знаете сколько? Офигенно, вот тренинг, вот такой. Так и надо делать, так и жить надо, что все должно для вас быть просто тренажером. Не надо ставить на пьедестал работу как смысл жизни. Это просто какой-то этап, ступенька. Не страшно ее найти, не страшно потерять, не страшно на ней там с кем-то поссориться. Это просто прикольная жизнь, и все. Это игра. Почему вы так серьезно воспринимаете, блин, ту игру, в которую вы играете? Когда вы расслабляетесь и даете себе задание заранее. Что-то сделаю не так, могу потерять, найду следующую. Вы эту работу хрен потеряете, она будет за вами гнаться. То есть чем больше вы пытаетесь за что-то держаться, тем больше будет от вас вот так вот уходить. Но когда вы ничего не держите, оно рядом с вами. И работа, и люди, и отношения, и вот все. Вот вы дома наблюдали за своими животными? Я за кошаками так наблюдаю. Когда я своего кошака хотела тискать, он всегда от меня убегал. Но если я на него не обращаю внимания, он просто липнет и сидит на голове. Прям вот реально мастится сюда на плечи, на голову залазит. Вот его лишь бы там мур-мур-мур. Но стоит его гладить, тискать, все, он сбегает, ему это не нравится, рычит. От вас работа точно так же, мур-мур-мур. Вот, если вы просто кайфуете на ней и не боитесь ее потерять. Но стоит только включить вот эту вот держалку, она будет от вас как живое, как живой кот пытаться убежать и огрызаться. Поэтому поставьте себе вот такой классный тренинг «Потерять 3 работы и получить 10 отказов до работы мечты». Вы просто удивитесь, какие перемены с вами могут произойти. Причем в собственном плане роста, да, вашей уверенности, оно прям поменяется. Дальше. Что страшного, если у меня будет работа? Мы задаем вопрос и понимаем, а если у меня не будет свободного времени? Как это решить? А сейчас подумайте, у вас есть свободное время? Но на самом деле ни хрена его тоже нет. Вы всегда говорите, вспомните, у меня нет времени. Вас куда-то зовут, у меня нет времени. То есть у вас вагон и маленькая тележка, но у вас нет времени. На самом деле оно есть у всех. Просто мы не умеем им распоряжаться. Тайм-менеджмент мало кто изучал и прибегал к нормальной работе. Что вот взять определенный график, распределить его отдыха, работы, там, жизни, туда-сюда, и вы можете настолько эффективно им пользоваться, но вы его просто, как и я, в большинстве случаев, просираем нафиг, вот, и у нас никогда нет времени. Поверьте, когда у вас будет работа, ну, это для безработных, да, мы сейчас разбираем, вы удивитесь, что все, что вы делали, когда у вас нет работы, и вы ничего не успевали, вы то же самое сможете делать, когда у вас будет работа. И у вас еще останется время на погулять. Это удивительно. Как это работает? Непонятно. Мозгу это не объяснить. Но на практике оно так и выходит. Это просто странно, но это так. По сути, ничего вы не потратите. Время ваше тратится сейчас куда? Ну,
на печаль, на поиски работы, способы выживания. Мне даже отдыхать не на что, и настроения веселиться нет. А вы, ну, как бы думаете, а когда я буду отдыхать? А вы сейчас отдыхаете? Нет, вы не отдыхаете, вы в стрессе находитесь. Никакого отдыха, у вас просто стресс, где бы найти работу, где бы найти деньги, как бы выжить и так далее. Вы давно не отдыхали, и вы просто, вот, ну, представьте, да, посмотрите на вот прошлую неделю, как часто, как я живу на море, жара, Турция, тепло, пальмочки, фруточки. Я выходила на море, на пляж, купалась, отдыхала. Нет! Потому что, блин, у меня время уходит непонятно на что. То есть, когда вы боитесь свободного времени, что его не будет, когда у вас появится работа, поверьте, сейчас у вас тоже его нету. Вы его заполняете всякой ерундой. И когда у вас будет работа со свободным временем, вы разберетесь. То есть здесь сейчас в книжке я попутно, когда читаю, пытаюсь трансформировать вам шаблоны, что вот нет времени, чтобы вы довели до абсурда вот этот момент, что на самом деле оно есть. Ну, просто мы пока не умеем им распоряжаться. С работой вы научитесь им распоряжаться так, что на все хватит. Так. Так, может быть, все-таки я потрачу с пользой, найду работу с удобным мне графиком. Закрыли вопрос? То есть, да, закрыли, продолжаю читать. Или следующий момент. Я боюсь, что я не справлюсь с работой, да, новой, не смогу ей научиться в отведенные какие-то там сроки. Вопрос задаем себе. А я вообще пробовала справиться сначала с этой работой? То есть, что я придумываю это заранее? Ну, столкнусь, не справлюсь, уволюсь. Окей, ну, вот эта вот схема пускай будет. Сейчас что беспокоиться? То есть, мы сидим и накручиваем. Вот куда наше время уходит. То есть, заместо того, чтобы пойти искать работу, мы себя отговариваем ее искать. Потому что у нас вот такие вот мысли с вами. Ну, у каждого свои, конечно. Но я пока такие общие по больнице средние объясняю, какие шаблоны мешают это сделать. Сколько раз я пробовала научиться там какой-то работе? Ну, пока нисколько, да, я еще не там. Вот, мы можем хотя бы попробовать, задать себе вопрос такой, а я могу вообще попробовать? Могу. До работы далеко ездить, еще вот такой шаблон, да. И бывают такие вопросы. Вопросы пишу с тех людей, с которыми я работала, кто искал работы, и я вытаскивала от них вопросы, да, что мешает тебе найти работу, чего ты боишься. Ну вот они мне говорили, вот до работы далеко ездить. Это вот все из примеров моих консультаций. Я не хочу тратить долгое время на дорогу. Вопрос, да, а я могу найти работу с удобной мне удаленностью или онлайн? Ну вообще, практически это можно сделать даже сейчас с любой профессии. Могу, ну могу же. Да? Осталось только начать искать. То есть давайте себе напишем вопросы, чего мы так сильно с вами боимся по каждому нашему желанию, с чем мы не хотим сталкиваться. Господи, так пить хочу, не могу. Я уже 4 кружки выпила вот еще до эфира. Так, на чем я тут остановилась. Так, давайте напишем себе вопросы, чего мы такого боимся, с чем мы не хотим сталкиваться. Нам надо вынести все эти выгоды на лист и, рассуждая, прийти к пониманию, как это решить заранее. Или обдумав, о чем говорят нам наши страхи, мы перестаем их бояться и начинаем пробовать. То есть два варианта совмещаем. Вернусь к чувствам, в которых мы можем пребывать, когда не исполнены наши желания. Нам надо их заметить и прожить. Ну, то есть чувство уныния, апатии, страхов вот этих всех. То есть нам надо их прожить и позволить себе побыть в этих чувствах и никуда их не гнать. Как только мы осознаем эти деструктивные желания, какие чувства лежат за ними и для чего мы желаем их испытывать, нам становится уже понятно, что это просто наша защита. Мы находим в этом пользу, обдумываем решение, как будем справляться с последствиями, и вуаля, наше сознание мгновенно переключается на другие желания, которые уже в радости и в удовольствии уже по-настоящему желают работу. Не просто ум хочет работу, а мы такие «нет». А уже мы, наше все естество, действительно хочет работу, и ничего ей не мешает. И она находится волшебным образом. То есть включаем магию и ее находим. Естественно, на физике вы будете совершать действия, вы будете смотреть
вакансии, вы будете ходить на собеседования, вы будете заполнять анкеты, вы будете делать кучу работы, но вы будете видеть эти возможности, вы сразу найдете сайт, где там что подать, какие объявления, вы найдете возможности, куда писать анкеты, вы возможности найдете там разные инструменты людей, которые вам будут помогать. То есть мир начнет двигаться и развернется к вам, только когда вы вот разрешите ему и согласитесь, что, блин, там еще страшного нету, я действительно этого хочу, мне не страшно столкнуться с последствиями, и тогда да, желания начнут разворачиваться, и все ресурсы, вы просто начнете их видеть. Напомню, что все ресурсы и так вокруг вас есть, но из-за страха в глазах, из-за пелены вот этих шаблонов мышления, узкого вашего сознания, вы просто не видите эти возможности, а они есть. Может, вам каждый день подружка уже говорит, да устройся вон туда, на работу, а вы просто ее не слышите, белый шум. И вы начнете ее слушать и слышать, когда проработаете какие-то страхи, которые вас сейчас пока защищают, да, от того, что вы не хотите там делать. И с деньгами точно так же, и с любыми другими нашими желаниями. Работаем со вторичными выгодами. Но это одна из сфер только вторичной выгоды. Кто читал мою книгу «Деньги полностью» или «Работа с мышлением, если бы не это, ты точно был бы счастлив». Там очень большой алгоритм разных методов, и вторичные выгоды – это один из пунктов работы с желаниями. Есть еще, почему наше желание не исполняется у меня, бесплатная, кстати, книга и видеокнига «Топ-13. Почему наше желание не исполняется». Я читаю чек-лист на видео, записанные в 2020 году, 4 года назад, по-моему, и в 2022 я перезалила это видео. Там очень подробно написано про вот эти вот наши чувства вторичных выгод, которые вот мешают нам исполнить желание. То есть мы всеми фибрами души, блин, и всеми своими действиями делаем так, чтобы оно не исполнилось. И потом страдаем и думаем, ну почему оно не исполнилось? А все просто. Мы просто сами не хотим этого. Ладно. Дальше буду читать или заканчивать, не знаю что. Давайте хотя бы еще страничку, не буду отвлекаться. Конечно же, на этом наша работа не заканчивается. Хорошо бы научиться самому эффективному способу на сегодняшний день, который я знаю, по рассозданию своих деструктивных убеждений через трансформацию этих шаблонов мышления по моему уникальному методу. Шаблоны мышления каждый эзотерик говорит, надо трансформировать. Все психологи — это база. Работа с шаблонами мышления. Но те методы, которые делаю я, и те методы, которые у меня в книгах, да, они уникальны, и так никто не работает. Так работаю только я. И тот метод, который я предлагаю, ну, его просто нигде нету. И по мне, зная кучу всяких разных методов по шаблонам мышления, если вы где-то это услышите, знаете, это не одно и то же, что предлагаю я. Да, мой метод, мне кажется, лучший. Я, конечно, хвалю себя, но я реально искренне считаю, что лучше моего метода еще пока не существует на этой планете по работе с мышлением. Я сейчас этот метод патентую, и кто его будет использовать для своей работы с людьми, окей, без проблем. Но кто будет преподавать этот метод, а это делает каждый второй сейчас блогер, кто там у меня что-то там учился. Вот, это будет незаконно. Вот потом с вами будем разговаривать отдельно, после патента. Ладно, кстати, что там дальше? Блин, читая книгу, вот я просто автор, вышла книгу почитать. Нет, мне надо еще куча 5 копеек вставить своих. Зачем я это делаю? Походу, не могу главу дочитать с вами. Сейчас я только на 106 странице. Я почитала 2 страницы, 103 и 104, а 105, 3 страницы. Но они маленькие, потому что в PDF-ке. Так. Конечно же, на этом работа не заканчивается. По вторичным выгодам есть еще эффективный вот этот мой уникальный способ, который я описала с пошаговой инструкцией, как работать с мышлением в своей книге. Если бы не это, то точно был бы счастлив. Это я вам сейчас напоминаю. Эта книга укажет путь, как действовать в любых обстоятельствах. Очень вам ее рекомендую. Запомните, скачивайте бесплатный кусок. Треть книги вы можете бесплатно послушать в аудио и в тексте. И купить в аудио, в тексте, но рекомендую вам печатные варианты сделать. В тексте скачайте и распечатайте просто где-то. Либо купите на маркетплейсах. Они везде продаются.
книги в печатном виде. Все. Еще один момент, на который хотелось бы вам указать, это то, что мы на самом деле не хотим себя связывать с обладанием и привязывать себя к чему-либо. У нас есть подсознательное желание ни с чем себя не связывать. Просто мы пока это не понимаем. Мы хотим себя связать с людьми, с работой, с деньгами, но на самом деле, да, наша душа не хочет с этим связываться. Вот. Это очень глубоко сидит в нас, да, до этого еще надо дойти, докопаться. Что делает веревка, если мы привяжем себя к чему-то? Ну, например, к дереву привязали и будем просто вокруг него ходить. Правильно, да? Мы останавливаемся. Поэтому, ну, наша душа не хочет тормозить, а мы себя любыми привязками все время тормозим. То есть это наши тормоза. Мы все время едем на скорости, жмем тормоза. То есть уже на болиде разогнались, куда-то мчим, у нас реальность там меняется, мы по жизни там перемены идем, у нас там одно, второе, третье, интерес, познание. Но надо же тормозиться где-то, мы чик-чик-чик, и все время на тормоза, блин, с ручника забыли многие сняться. Так что вот, подсознательно мы не хотим себя к чему-то привязывать. Это еще одна из причин, почему мы не хотим чем-то обладать подсознательно. Поэтому вот. И нам надо разрешить себе обладать без привязки. И это очень сложная тема. Как раз-таки мы ее разбирали сейчас в 7 сериях, где я вела личный тренинг-коучинг и записывала. Человек, с которым я работала, он разрешил выложить наши с ним закрытые уроки, тет-а-тет, где мы говорили, что нужно отвязаться от всего, чтобы это получить. А чем больше он привязан сейчас к деньгам, к материальным, тем меньше он получит, и он все время себе разрушает миллионы эти сделки, миллиардные, там не миллионы, там миллиарды. Он это все разрушает, 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 но мы как бы докопались до сути, почему он это делает. Ему эти привязки сейчас от денег, как единственная цель в жизни, да, нужно разорвать. Найти другие цели и уже с другими целями свободно сосуществовать со всем материальным, не привязываясь к этим, ну, обладая этим, кайфуя, используя и так далее. Вот подсознательно, если мы чем-то хотим обладать, котом, да, как вначале я говорила, он будет от нас убегать. Это, ну, грубо говоря. Так. Если мы на данный момент не обладаем чем-то, что страстно хотим, означает, что наше желание именно сейчас, это быть просто в потоке и в каком-то движении к чему-либо. У нас есть некая иная и большая цель, чем это обладание в конкретной точке. То есть в этой точке сейчас мы желаем себя к этому не привязывать, ну вот именно в данный момент. Иначе будем по кругу ходить, как будто вокруг дерева этой веревкой привязались. И не достигнем большей цели. Это одна из причин, еще одна. Мы всегда замораживаем свое течение жизни, там, расширение, познание, останавливаемся в своем естественном движении, тормозим свою там, энергию, когда мы желаем чем-то обладать. То есть это нужно, ну как, тоже принять за аксиому, наверное. То есть мы с вами, наше высшее духовное тело, мы не материальный объект, который не надо привязывать к другому объекту. Ну, мы очень хотим это делать. Очень ум хочет. Мы и так обладаем, как творцы, всем, ну и ничем одновременно. Все сделано и так из нас. Мы центр, начало всего, и как бы мы вот тут вот не заканчиваемся. Мы частичка, клеточка, как мы уже во многих там с вами эфирах говорили, книжках. И все это и так наше. Но, конечно, хочется, чтобы это еще и на бумажке было. Вот этот зараза ум думает, что в этом есть смысл существования нашего. Вот что вот. 100-500 машин, трижды там помноженная в степень миллиардов денег, вот тогда я буду счастлив. Да, но на самом деле за этим материальным там мы хотим обладать не физическим, а чувствами, которые это дают все дело. То есть и внешний мир, и кино, которое мы наблюдаем, это просто некая иллюзия, которая, возможно, даже и не существует. На этой точке я закончу. Глава только 8 началась. Дальше дочитывать не буду, устала. Мне кажется, я уже с вами час тут. Пошла еще, как водохлебка, выпью 5 кружек воды и буду спать. Всех целую. Спасибо, что были на моем эфире. Присоединяйтесь на мой видеоканал в Телеграме и на Ютубе, потому что там постоянно выходят какие-то новые видео. Я часто публикую то, что нету здесь, естественно. Вот
где я сейчас вещаю. Ну и желаю вам исполнения ваших желаний. И чтобы ваши цели лежали не только в материальном, да, но вы задумались и о чувствах, и что лежит за этими материальными желаниями, что там есть чувства, которыми вы мечтаете обладать, и вы думаете, что вы их можете только достигнуть путем достижения вот этой цели. Но на самом деле чувства можно получить, только приняв противоположную сторону, другой стороны медали, которую мы отрицаем, и поэтому мы не можем обладать тем чувством, которое мы пытаемся через материальный мир вытянуть. Вот. Но это уже другая история, другая песня. Кто понял, молодцы. Целую, обнимаю, пока-пока.